горел, я видел, вон где светофор на этом восходе, перекрестке, я уже видел, что стрелка горит. Я не гнал, ничего. Если я бы гнал, ну, хуже был бы. По рассказу водителя 14-й, он собирался свернуть на Восстание. С его слов, именно для него в этот момент стрелка светофора горела зеленым. Он едва успел выехать с центра перекрестка, как тут же ощутил удар. Вероятнее всего, уверенный в собственной правоте, он просто не обратил внимания на девятку, которая появилась слева. Уходил налево, на стрелку, считай, на Восстание. И тут нарисовалась эта машина, и все. В момент аварии девятка ехала в прямом направлении по улице Восстания. Водитель также настаивает на том, что ничего не нарушал. Однако вспомнить, ехал ли он на чистый зеленый или просто завершал маневр, с уверенностью не смог. Рассказал только, что собирался ехать прямо. Вот у меня вот стрелка горела, я уже подъезжал, все, у меня зеленый тоже. Потому что тоже машину трогались тут. То есть, по-вашему, для него горел красный? Да. Ну, наверное, я не знаю. Не так давно с улицы Декабристов убрали стоявшие там долгое время заборы. Увеличился поток машин, однако вместе с ним возросла и аварийность. Увы, но в подобных ДТП некоторым водителям доказать свою правоту бывает непросто. На этом довольно большом перекрестке по-прежнему нет ни одной камеры наблюдения. Искандер Тулбаев, Александр Царьгородцев, Эфир 24.